Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления двигателем SIM2K250, машина Genesis. На сервисе сейчас вырезают ему катализатор. Нам сняли блок, привезли, вот они в одной упряжке. Работать будем кабелем от Алексея Рыжкова. Это прекрасный кабель, который работает с SIM2K250-260. Распиновки одинаковые. И еще 245, распиновка тоже одинаково 91 разъема. Также используем адаптер Scanmatic 2. Здесь управление питанием, включение-выключение. И работать мы будем комби-лодером, не вскрывая блока, в бенч-мод. Сначала делаем идентификацию. Идентификация прошла успешно. Вот здесь выбираем Bench Mode. И теперь делаем подготовку ЭБУ. Это обязательно для работы в Bench Mode. Интернет должен быть обязательно активным. Операция успешно завершена. Теперь мы можем считывать и записывать флеш и EEPROM. Давайте нажмем чтение. Вот так вот быстро пошло чтение флеш. Завершить связь. Связь завершаем. Флеш мы прочитали. Теперь давайте прочитаем EEPROM и сохраним это все в едином контейнере. EEPROM тоже мгновенно прочитался. Нажимаем сохранить. Выбираем папочку Genesis, файлы контейнеров, вот здесь внизу написано, сохраняем в контейнере. Контейнер готов, и теперь нам нужно сохранить флеш в обычном формате в bin, то есть выбираем внизу файлы флеш и сохраняем в бинарнике, чтобы с ним можно было работать в редакторе. Ну и EEPROM тоже отдельно сохраним, там тоже есть вкладочка EEPROM, сохранить. Итак, у нас получилось в папке три файла. Один файл это у нас BCF, это контейнер. Вот он. Здесь все вместе и флеш, и EEPROM. И отдельно вот флеш. И отдельно EEPROM. Сейчас мы будем модифицировать, убирать катализатор. Добавим ему немножечко мощности. Мотор 2 литра GDI. И зальем обратно в блок. Пока у нас блок находится в подготовленном состоянии. Зажигание ничего не выключаем. Если мы хотим выключить зажигание, то надо написать «Восстановить ЭБУ» и только после этого выключать зажигание. Иначе блок потом на связь выходить не будет. Придется его разбирать и делать в BCL режиме. Благо у нас сохранены все данные по блоку. Итак, файл мы сделали Евро 2. Вот он. Давайте загрузим его в комби-лодер. Файл успешно загружен. Окей. И нажимаем запись. Записать нам нужно только калибровки. Контрольные суммы комби-лодер перечитает при записи. Нажимаем запись. Записать калибровки? Да, записать только калибровки. Вот так быстро он записал, записывает только измененные области. Завершить связь, да, завершить связь. Успешно завершена. Ну и давайте теперь, чтобы убедиться, пересчитаны контрольки или нет, давайте сосчитаем флеш. Нажимаем да. Успешно. И давайте сохраним вот эту прочитанную флеш. Ну,
обзовем ее версия 2. Вот, и сохраним не как контейнер, а как флеш выбираем. Это обязательно. Сохраняем. А теперь давайте посмотрим пересчет калибровок. Контрольник сумм, я имею в виду. Вот мы открываем наше Евро 2. Она без контрольной суммы. Просто Евро 2 сделана. И версию 2. Да, вот контрольная сумма. Она пересчитана. Теперь нам нужно нажать вкладку «Дополнительно» и нажать кнопочку «Восстановить ЭБУ». Это делать надо обязательно, иначе ЭБУ на связь выходить не будет. Не забываем восстанавливать ЭБУ перед тем, как выключить зажигание. Завершить связь. Да, завершить. Операция успешно завершена. И давайте сейчас сделаем идентификацию. Все, идентификация у нас прошла успешно, значит, запись прошла успешно, контрольные суммы пересчитаны, файл у нас правильный. Сейчас поставим блок на место и заведем машину. Вот адаптер от Алексея Рыжкова. Ссылка на адаптер будет внизу под видео. Также он поставляется с адаптером питания, включение-выключение зажигания. Этот адаптер, повторюсь, подходит и на SYNC 245. У которого 241 даже и 245, у которого 91 контакт в этой фишке. Итак, блок управления мы отдали, поставили, машина завелась, ребята только что отзвонились. Работа выполнена, выполнена успешно, всем всего самого наилучшего, много интересной работы, много хороших клиентов, а самое главное, крепкого здоровья.